внимание. Приготовились. С возвращением вас. Мы по вам очень скучали, наши участники. Спасибо. Каково вам вернуться сразу в полуфинал? Замечательно, тем более те же лица исполнители. У нас есть новенькие еще. Не, ну уровень мне сложно, я не видел предыдущие выпуски, но я надеюсь, что там серьезный уровень, и к финалу придут ребята, которые будут украшать этот проект. Ну, знаете, сразу ощущается, что вернулся наш глава, я так скажу, жюри. Не-не-не. Я вас так сама нарекла. Потому что вот эта строгость появилась. Столько красных кнопок у нас еще не было. Чувствуется вот полуфинал. Сейчас ты из меня монстр нарисуешь. Нет, это профессионал. Объективный судья. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Наконец-то мы смогли пообщаться с Люсей Чеботиной. О, наконец-то. Здравствуйте. Да. Не могли выловить вас просто все отборочные. Как я вам? Всегда была здесь. Это я не доходила. Я даже знаю, где вы были, где наши любимые участники вы были. Да. Вот, все подготавливаю и выпускаю на сцену. Класс. Как вам наш проект? Что пишут фанаты о проекте? Ой, я читаю отзывы. Безумно все восторгаются, конечно же, детишками. А я восторгаюсь не только нашими детишками, но восторгаюсь командой, которая подбирает материал, классно одевает, придумывает номера, работает с нашими детьми, помогает им как раз-таки показать себя на все 100%. Вот вам, ребята, огромное спасибо, потому что я сижу и наслаждаюсь. Съемки пролетают просто как мгновение. Мы понимаем, что прошло 4 часа, а такое ощущение, что как будто это был всего лишь маленький небольшой концерт, насколько все пролетает на одном дыхании. Спасибо вам за вашу искренность и спасибо. За поддержку каждого из выходящего участника. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, к нам в гости пришла певица Валерия, поддержает участницу Анастасию Нагорнову. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам вновь оказаться здесь? Нужен не на 60+ в качестве жюри, а в качестве поддержки вновь вернуться на детский сезон. Ой, как мне здесь нравится. Вообще, вот эта вся суперская история. И возрастная, и детская, любая. Я прихожу сюда просто как домой уже. И действительно, не первый раз поддерживаю кого-то из конкурсантов в детской категории. Мне кажется, что дети что-то матереют с каждым годом. Просто все круче. Круче поют уже вообще не по-детски. Ну, у вас просто в этом году какой-то сезон совершенно невероятный. Я счастлива, что Настя Нагорнова выбрала именно эту мою песню. Она очень сложная во всех смыслах. И вокально, и драматургически. И самое главное, что она справилась с задачей-то. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, спасибо ее таланту, да, ее трудолюбию. Ну, конечно, и преподавателям, которые занимаются здесь. И пожалуйста. Это видно, да. Спасибо, спасибо всем. Потому что, на самом деле, а по факту, что зритель видит? Зритель видит потрясающие номера, наслаждается музыкой, хорошим словом и настроением заряжается. Вот, спасибо всем. Люблю вас. Спасибо вам, что на протяжении всех этих лет, сколько существует проект, 7 лет, вы с нами, поддерживаете всегда искренне. И спасибо. Это очень радует. Спасибо вам всегда. И продолжаю. В том же духе. Любовь.
Ну что, первый день полуфинала подошел к концу. Нам известны первые финалисты. Ребята, я вас поздравляю. Спасибо. 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 Было ли это ожидаемо для вас? За кого переживали больше? Вот за себя или за друзей? За друзей больше всего, наверное, переживали, потому что мы так все сдружились. Мы как одна семья, и тяжело, когда твой друг не проходит дальше. Тяжело переживать за кулисами, ты стоишь, трясешься не только за себя, но и за других. Я думаю, все со мной согласны. Да? Да. Ну, вы довольны своими выступлениями? Да! Ну, да! Ребята, я вас поздравляю еще раз. Будем продолжать работать с вами на базе, выбирать репертуар и жечь уже на финале. Слава богу, там нет кнопок. Первый дуэт. Главное, что голос. Первый дуэт.